по большому счету, что такое самолеты F-16. Это тоже, в принципе, с прошлого тысячелетия самолет, который по некоторым летно-техническим данным уступает намного, иногда на голову уступает новым российским самолетам. Но это платформа, которая может нести новейшие ракеты, которые встроены в комплексы управления, дальнего управления, целеуказания, сопровождения, комплексы типа «АВАКС». ДРЛО очень много висит в районе Румынии, то есть над Черным морем, которые видят и Крым, и Донбасс, то есть там дальности 600-800 километров, которые могут управлять ракетами, то есть и передавать целеуказания на летающую платформу. А уже ракета выполняет задачу. То есть сам по себе самолет – это примерно взлетевшая пусковая установка, и не более того. Там висит у него до 12 ракет, может висеть на точках подвески. Там некоторые гроздями висят друг за другом. И вот эта пусковая установка используется уже целой системой ПВО, общей системой ПВО для запуска ракеты и управления ракетами. А вот сколько бы самолетов не было у россиян, это уже не имеет большого значения. Чем больше самолетов, тем больше будет костров на земле после столкновения с системой, вот этой системой обороны ПВО, в которую будут встроены летающие платформы F-16.